Бывший президент Сирии Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, сообщил ТАСС. Также это подтвердил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Россия предоставила ему убежище из соображений гуманитарного характера. В Москве надеются на продолжение политического диалога ради интересов сирийского народа и развития двусторонних отношений. Россия уже запросила срочные закрытые консультации Совета безопасности ООН. Они пройдут сегодня, сообщил первый заместитель российского постпреда при организации Дмитрий Полянский. По его словам, последствия происходящего в Сирии для всего Ближнего Востока еще предстоит осознать. Важно понять, что сейчас происходит вокруг миротворческих сил ООН на голландских высотах, считает дипломат. Сейчас большую часть этой территории контролирует Израиль. Смена власти в Дамаске открывает новые возможности, заявил премьер-министр Нетаньяху. Он уже приехал на границу с Сирией. Отметил, соглашение о разграничении от 1974 года рухнуло из-за ухода сирийских войск. Поэтому Израиль занял буферную зону. США будут сотрудничать с сирийскими группами, чтобы обеспечить переход к независимой и суверенной Сирии с новой конституцией и новым правительством, заявил президент Байден. По его словам, падение режима Асада – фундаментальный акт справедливости. Ведь для страны настал момент исторической возможности построить лучшее будущее. Оппозиция в Дамаске заявила, работает над формированием переходного органа власти. США намерены взаимодействовать с ней в процессе перехода власти, отметил Байден. Ранее Штаты также пообещали сохранить военное присутствие на востоке Сирии в рамках борьбы с террористической организацией «Исламское государство». Организация запрещена в России. Оппозиция пообещала не взаимодействовать с группировкой. «Мы поддержим соседей Сирии, включая Иорданию, Ливан, Ирак и Израиль, если какая-либо угроза возникнет со стороны Сирии в течение этого переходного периода». Ранее представитель посольства России в Дамаске заявил, что сотрудники миссии остаются в сирийской столице. По его словам, с ними все в порядке. Также лидеры оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз.